Коммунальные службы округа готовятся к работе в условиях зимы. Холода не станут неприятным сюрпризом для Люберецкой теплосети. Компания к морозам готова. Такой вердикт вынес глава округа Владимир Ружицкий после визита к коммунальщикам. Готовь сани летом. Известная поговорка стала руководством к действию для люберецких коммунальщиков. Готовиться к холодам Люберецкая теплосеть начала еще в апреле. Залатала слабые места в системе теплоснабжения, капитально отремонтировала тепловые сети и котельные на 200 миллионов рублей. Занимаемся мы ремонтом тепловых сетей и прокладкой тепловых сетей, используя современные материалы. Это стальная труба в пенополиуретановой оболочке. С системой контроля, то есть можно определить, есть утечка или нет, путем подсоединения специального, прибора. Батареи жителей округа не остынут. Специалисты Люберецкой теплосети гарантируют. На страже тепла этой зимой будут стоять 13 аварийных бригад. В случае поломок их устранят за несколько часов. Поможет спецтехника. В арсенале компании 49 единиц специализированных машин. Для теплосети основное и главное, когда возникает аварийная ситуация, она должна быть мгновенно устранена, чтобы жители не заметили, что где-то произошла авария, утечки и прочее. Для этого есть аварийные бригады, для этого есть необходимый инвентарь. Перейти на зимний режим работы специалистам теплосети пришлось раньше обычного. Свои коррективы внесла погода. В социальные объекты тепло начало поступать 20 сентября. Батареи в домах люберчан стали теплеть с 23 сентября. Дарья Борисова, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.